В Севастопольской школе номер 6 отметили День гимна города-героя. На торжественную линейку по этому случаю прибыл оркестр культурного центра УМВД России по Севастополю. Традиционно церемония началась с поднятия государственного флага Российской Федерации. Любовь к своему городу, приверженность и память о его легендарных исторических традициях – это основа воспитания, это патриотизм. А так как в нашей школе в основном кадетские классы, то синоним к слову «кадет» – это, конечно же, патриот. Знаменитые слова «легендарный Севастополь, неприступный для врагов» знает каждый севастополец. Ученики школы номер 6 говорят, наш гимн вызывает чувство гордости за родной город. Очень символично, что именно дневник севастопольского школьника, который лежит на парте каждого ребенка, начинается гимном страны и гимном города-героя Севастополя. Патриотическую программу ко дню гимна Севастополя традиционно проводят во всех образовательных учреждениях города.